Алло. Алло. Өзіңіз қандай? Салам алейкум. Мен жаңа ескерінде подполковник ба. А, да, братан, слушаю. Ермек Тигейбай, инстаграмға шығарып жіберсің ғой, соны қылбайлау керек білемін. Біз увольнениеге жазылғаннан кейін. Братан, сөздің ашығы, блин. Честно, блин, вообще, өзіңер көрдіңер ғой, то, что я там стою, да, сам. Че, сен, я вот сейчас я вот увидел, я сейчас шефу тоже позвонил, говорю, че, мондай, чилкеттер, говорю. Он говорит, диверсия, говорит, и мне чилкеттер, говорит. Эрмек, бундай да, на мен 20 жылда мереч, ушу иштеп жүрүч. Мондай ситуация, биринчи жолу болот, ана мындай да. Берден, эми ошол сен тартып атканда айттым го, сенден сурадым го, Эрмек. Өчүрүп салчы, тартпайлап койчу депчи, айттым го. Эрде журналист болсо, ошондо баягы комендантский час болуп, военный прокуратура, генпрокуратура, СМБШ, ГКМБШниктер баардыгы болуп, анан журналисттер болуп тартса, мен эчтеке дебейт элем, Эрмек. Айерден только сен эле тартпадың, айерде гаишниктер нар жакта жүргөндөчү. Анан я даже жок, Эрмек, сураныштай сенден башка тартып, сен достоңго жөнөттүң, алда болот Ибрагимов, дозуңбу кийим ал, например, или бул инстаграм атайын ошондой создавать эткенби, ошол мен таң калып атам да, эмнеге себеп ошол мен Эрмек уволить эттим мына 20 жыл мына очередьте турганда үй алайын депчи. Сөздүн ачыгы, я честно вот. Реально, да, Эрмек. Эркекче я говорю, я вообще телефон не доставал, ничего не снимал. Там из ракурса, өзүңөр деле көрүп турасыңар. Сен конокпай экен аркасында